Приветствую вас на канале Asmodeeplay. Мы продолжаем играть Чужой против Хищника. Играем за Хищника. А, за Хищника, за Чужого. Давайте продолжаем. Продолжать. За Чужого. Нахрен он только мне нужен. Это биоробот. На этих барельефах изображено... Ого, а тут глубоко. Что-то вроде шахты? Полная готова. Я туда не вернусь. Однако, как... На! Будет хорошо, если не открывать двери. Да. А то услышишь. Я не... Второй. Я не хочу умирать. Давай, хренака его. Поздно,
На! Невкусно. Так. Я не хочу так умирать. Не будешь. Ты по-другому умрешь. Потом. Ушел. Где? Ты ж меня даже не видишь. Вот я вижу. Страшно. Так. На. Сейчас мы преобразим тебя маленько. Так. На.
Он шлепает по воде, как что есть. Пользоваться. Опа. Мучишь еще кого-то. На. Размножим. На арену, правильно. Еще один прибыл. Так, а в этих масках вы, по идее, меня не должны видеть. Что-то я не понял, почему так.
Давай. Первый есть. Загасили. Блин, только что одного загасили, еще один. Блин, блинский. Сложный паренек. Беги! А, понятненько. Ой, ё-май. На, на! Взять живым, ни хрена себе взять живым. Вот так вот все должно быть, это по сценарию, правильно? Я так понимаю. Вот сейчас из него отродье и будем делать. Тоже мне хищник. Ну а я там вообще просто красавчик. Так. Матку уже спалили.
Но, как понимаю, маткой могу стать и я. Ксеноморф прямой видимости. Нет, не убивать его. Это же мой старый знакомый. Объект должен быть транспортирован с планеты. Вот так и меня забрали. Получается, я не умер. Меня не убили. Ну, интересно. Взяли живыми, но я вот теперь убежал опять. Может, самому интересно, интрига? Мать его. Это я. Давай. Стал маткой. Давай. Вот так вот. Охренеть. Вот судьба, судьбинушка-то. Ну что ж, я как вижу на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И обязательно ставьте комментарии, за кого вам больше понравилось. За хищника, за чужого или за десантника проходить. Ну что ж, на этом все. Пока.